Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру КАЦ. Чемпионат завершен, ребята, я перешел на 17-й этап. С 6-й почему-то позиции, кстати. Ну да ладно, продолжаем с вами проходить игру. Отлично. Разблокировал более мощные детали, выбираю наклеечку. Получил супер ящик. Так, великолепненько все пока идет у нас. Да, много, конечно, выпало хлама, который мне не нужен, но тем не менее. Так, вот энергия, это хорошо. Ну и 6 алмазиков тоже пригодятся. Ну что же, давайте, наверное, мы с вами, как всегда, по традиции, начнем с битвы. Сейчас, в данный момент, я на 12 месте. Посмотрим, как далеко я продвинусь. Так, Вега. Ах ты, Вега, Вега, завалил ты меня. А это что за, за небылица такая там была? Тигрон. У, Тигрон. Извини, малыш. Отдохни маленько. Так, Ермас. Да ну нафиг, да как так-то? Ну, в принципе, тут очевидно все. У них, как ни крути, хп поболее будет. Хиспана мы победили. Тап. Ну, этот братишка сейчас ко мне сам подрулит. И, соответственно, мы его распилим. Ну, давай ты быстрее, что ты там так медленно? Уже ворота открылись. И он меня подтолкнет сейчас, да? Да ядрить его на корень. Чуть-чуть буквально, мне, ребят, не хватило его добить. Тем самым я, конечно, продинамил медальку. Но зато я здесь получил. А лолошечка у нас что тут? Ё-моё, разбомбил он меня. Нил 228. Ну, этому пареньку точно нет. У него, оказывается, была пила, и он меня разбомбил. Все, этого я накачу. Стопудняк, ребята. Golden Max, извини меня. Отдохни маленько. Race 97. Что-то у меня какая-то машина неуклюжая. Как видите, падает постоянно. Мне не нравится это. Но медаль все равно моя. 6 побед у меня, ребят. Так что, опачки. Иди сюда, родной. Я сзади крадусь. Ёбар. Ну и назвал же он себя. Да, тут, конечно, меня распилили. Шила. Ну-ка, Шила. Ну, давай ты вставай, ну, на колесики. Ну, отлично, хотя бы так. Главное, что он меня не подталкивает к стенам. А тут я с ним, как видите, разобрался. Ну что же, 8 побед. На какую меня сейчас поставят позицию? На 6-ю. Всего лишь на 6-ю. Не, ребят, так дело не пойдет. Вы прекрасно знаете, что я успокоюсь только при том случае, если я буду стоять на первом месте. Поэтому давайте посмотрим, что у меня выпадет из ящика. Так, замечательно, забираем это все. И давайте с вами глянем, что я могу улучшить здесь. Я могу улучшить с вами... Ага, циркулярку могу сделать, но также можно... В принципе, зачем, я думаю, сейчас тратить мне очки. Тем более на лазере. Давайте вообще ничего не будем делать, просто так оставим пока как есть. А вот машину мне надо как-то улучшать. Надо что-то придумать. Но пока, как видите, ничего хорошего у меня нету. Очень много лишних запчастей. Очень много ракетниц всевозможных. Я думаю, пора... Так, сделаем. Это у нас получится... Да, слабенько, конечно, если так сделать. 8266 урона. Я не знаю, может быть, конечно, так попробовать. Ну, я думаю, что все-таки... Оп, глазенки поставили. Посмотрим, ребята, как у нас получится именно с этим типом вооружения. Ну, начинается. Ой, елки-палки, зачем? Зачем же турбину-то я не убрал? Вот я какой молодец, а. Просто гений. Да. Нелепо вышло, конечно, это все. Давайте вот так вот сделаем. Турбина наоборот. Будем делать сальто и расстреливать своих врагов. Начнем вот с этого. Лоло. Так. Кто кого? Я. И медалька у меня в кармане. Это хорошо.
Ладушки, продолжаем далее. Кто у нас следующий будет? Веган, нет, не Вега, Тап. Посмотрим, как мы с ним справимся. Так, кувырочек. И понеслась, лазер. Ай-яй-яй-яй, ребята, здесь у него, видите, впереди пила. Поэтому, грубо говоря, я на нее напоролся. И он меня тем самым разбил быстрее, чем я его. Хорошо, над этим мы что-нибудь подумаем. А давайте пока Вегу смотреть. Вега, 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 извини меня, родной. Но пора тебе на погост. Так что, все, я его разбомбил. И следующий у нас кто? Блин, с этим Тапом надо будет что-то покумекать. Саривин. Ну-ка, оп, обломись. Ух, какой-то ты ватный был, Саривин. Да, кстати, вот эта вот машина у меня изначально была придумана для того, чтобы вот против пил. Кувырочек и добивание. Ой-ой-ой-ой-ой, да. С Ермасом что-то этот фокус не прокатил. Ну, затупил маленько, бывает. Что ж поделаешь, давайте теперь тогда Нил 228. Ну, он, как вы видите, блин, сам по себе очень мощный. И я его не смог пробить. Хорошо, в общем, враги мне в данный момент все понятны. Теперь давайте думать, что мы можем сделать с моей машиной. Есть, конечно, некоторые варианты усилить просто-напросто мои ракетницы. Корпуса менять я не мастак и не хочу, если честно. Но ради исключения можно, в принципе, ребята, попробовать. Давайте сделаем так, поставим, наверное, вперед отбойник. А он у меня есть вообще, а? Ага, есть отбойники у меня. Давайте вот этот самый большой. Плюс нам нужно что еще? Еще какой-то вид оружия. Давайте поставим, наверное, с вами лазер, наверное. Скорее всего, мы влепим, да? Для валуна как раз 25% довольно неплохо. Ага, вот этот мы влепим. Что еще? Давайте, наверное, еще один отбойник поставим. Это все сделается для того, чтобы попрыгунчики, которые любят прыгать, отскакивали от нас. И теперь устанавливаем колеса. Так, это для классики, слишком слабенькое. Давайте вот это поставим. И вот это для валуна. Отлично. Ну что ж, давайте сделаем пробный, так сказать, заезд и посмотрим, что у нас из этого получится. Ёлки-палки, Нил. Ай-яй-яй, ребята, да, вроде бы все хорошо, все отлично, но не хватило дамага его уничтожить. А так он отскочил, будь здоров. Хорошо, давайте мы что-нибудь с вами немножко переделаем. Если попробовать так, чтобы он сам к нам подъехал. Ай, нет. Так, отлично. Теперь его расстреливаем. Да ну нафиг. Слишком мало хпшек у меня, чтобы противостоять его пиле. Вот незадача. Вот он меня поставил в тупиковое положение. Что бы придумать-то такое, а? Есть у меня еще более-менее хорошие корпуса, а? Не вижу пока. Ну давайте опять же свой старый поставим. Что мы на него можем влепить? Так, а этот у нас... Да, этот, наверное, будет получше. Так, лазер. Вот он мой старенький. Отлично, поставим его сюда. У меня еще хватает? Хватает. Давайте установим теперь колеса. Так, вот это колесо. И надо еще одно. Какое-нибудь пожирнее выбрать. Все какие-то слабенькие, а? Ну, вот это нормально. У меня, наверное, будет немножко... вниз смотреть. Ну да ладно, сейчас мы это посмотрим. И надо еще какой-то вид оружия мне установить. Вот так. И 2 очка у меня всего остается. Я ничего не смогу поставить, наверное, да? Нет, у меня нету для него гнезда. У меня только для... для оружия, ну, они все, сами видите, очень много стоят энергии, поэтому, наверное, у меня ничего не получится с этим. И оно будет просто пустовать. Да. Ну что же, давайте посмотрим, как получится с этой машинкой у нас.
Да что ж ты? Ой, ой. Даже глаза ж мы не видели. Такой паршивый сейчас был бой. Если честно, даже боем это было не назвать, просто избиение какое-то. Ну а как с тобой произойдет? Ой, все, он перепрыгнул меня. И он сейчас меня разбомбит. Да, это моя тактика. Как я люблю сзади из-под тишка пилами бомбить. Черт тебя подери, а. Не подходит, ребята, эта машина. Давайте мы обратно поставим наши пилы, циркулярки эти. Единственный вариант, конечно, можно их усилить. Но это не единственный вариант, конечно, вот так. Да. Но, тем не менее. Ну, где мои эти? Вот, одна, вторая, отлично. Вставляем назад их. У меня дамаг, ну, почти 6000. Ну, слабенький, конечно. Колесики влепляем. Так, 170... А, 17 тысяч у меня хпшек. Так, может быть, отбойник поставить? Вот так вот. Попробовать-то, в принципе, можно. Мы ничего не теряем. Все равно мы с вами... Кстати, мы уже с вами на втором месте. Ой, да что ж такое? Как он меня достал, этот Нил? Надо что-то придумывать. Блин, вся загвоздка в нем. Он, гад, сидит на первом месте. Меня это не устраивает. Да, с отбойником, конечно, хреново получается. А что мы еще можем сделать? Перелет. Ну, если мы сейчас подлетим к нему вплотную, это будет тоже плохо. Давайте начнем с тапа. Так, тапа мы перелетели. Все. Слушай, он пока сейчас доедет до меня, по-моему, уже... Да-да-да, именно это. Даже не успеет, как меня разорвут. Фигня. Что так, что так. Ничего не выходит. Но я-то парень упертый. Я буду до последнего решать эту головоломку. И все равно я их всех тут порву. Что мы можем? Давайте заменим вот это колесо. Это всего лишь для того, чтобы мы могли встать обратно на колеса и катиться к нему. Да, пускай мы и потеряем в хп. Но главное, чтобы встали на колеса, ребята. Так, где этот тап? Вот он. Давайте посмотрим. Ну что, вот теперь, ребята, он попал. Я все равно к нему потихонечку крадусь. Толкнуть он меня уже не столкнет. А, нет, столкнет, но, тем не менее, я у него забрал медаль. И, как говорится, одной головной болью меньше для меня стало. Остался лишь только, ага, Ермас и Нил. Давайте посмотрим тогда, как у нас будут обстоять дела с Ермасом. Да, я вижу, что он меня разбирает. И только лишь потому, что у него больше жизни, чем у меня. Над этим надо будет тоже, ребята, подумать. Колеса, я думаю, эти нас не устроят. Надо поменять на более мощные. Так, 16 тысяч у нас хп. Надо еще. Еще надо очень много, если честно говоря, ребят. Что-то слабенько как-то. И получаем мы 18 200. Я даже не знаю, что и сделать-то. Ну-ка, если так. Блин, еще меньше стало. А если... Блин, все равно мало, ребята. Не устраивает меня такой подход с этими колесами. Это-то хорошее, я ничего не говорю. Первое зеленое маленькое. А вот большое как-то меня подводит. Желтое, может, вот это поставить, а? Все-таки оно на порядок будет лучше. Плюс 101. Да, на порядок оно будет. Тут еще меньше. А так? Да, ничего у меня из этого хорошего не получается, ребята. Тут почти 17 тысяч хп, а у него 25. Не вытяну я. Если только... Ну, я не знаю. Вливать, пробовать, усиливать свои пилы, циркулярки. Так, ну, в принципе, можно это стравить. Так, еще немножечко осталось. Вот, еще плюс
Да, будем сдавать. 6 тысяч, да? Ой, слишком мало как-то прибавляет. Вот этот корпус тоже влили. Да, зеленые корпуса очень мало дают нам прибавки к мощи пил. Так, а вот это вообще мы можем продать, потому что денег у нас, как видите, маловато было. Надо восполнить капитал. Ну что же, у меня 4 лазера, да? Значит, можно что-то, чем-то рискнуть. Где у нас тут самый слабенький? Это самый сильный. Вот эти слабенькие. Давайте сюда. Так, подождите-ка. О, нормально. И, блин, все равно еще не хватает. И еще плюс 165. Так, погоди, что такое? Я не могу понять. Нет, можно, можно, можно еще вливать, ребята, еще спокойно. Так, что такое? Почему? Да почему не отмечается-то, а? Эти колеса, вот, еще плюс 165. Почти, ребята, 6400 у меня атаки отпил. Это уже довольно хорошо, но колес очень много. Надо, наверное, продавать это все. Для чего? Ну, ума не приложу. Так, ну-ка давайте сюда вольем. Ага, соточку мы прибавим. Ну, придется потратить, а что же делаешь? Так, тем... Ага, тем действием мы, кстати, себе, ребята, хпшечку-то прибавили. Блин, нет, так не прокатывает. Вот, итого 18 396. Это хорошо. Ух ты. Плюс 300 дает, если я сейчас вкачу. Здесь 200. А этот всего соточку. Ладно, сделаем всего соточку. Даже соточка здесь много чего решает. Ну, давайте попробуем теперь. Так, кто у нас там? Ермас, по-моему, меня колбасил, да? Ну, иди сюда, посмотрим на этот раз. Все равно у него побольше хп, но у меня атаки посильнее. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Ну что ты затеребунькался-то? Как-то упал-то не очень удобно, блин. Ах. Ладно, давайте продолжать с вами улучшать наш аппарат. Так, нет, здесь мне не надо ничего. Что бы нам еще сделать? ХПшек у него больше, да? Ну что ж, нам все надо сейчас либо на ХП, либо на атаку. Выбора особого нет. Так, плюс 40 у нас получается к ХПшкам. Если он на меня, грубо говоря, сейчас прыгнет, я надеюсь, мы его отобьем. Отлично. Блин, ну все равно я получил больше ущерба, чем он. И опять он меня разбил. Вот зараза-то, а? Все равно я его сделаю, что бы того не стоило мне. Так, давайте Нила посмотрим. Эх, Нил этот поганец, он меня все-таки лазером бомбит. И ничего здесь не сделаешь. И причем у него циркулярка еще есть. Вот незадача-то, а. Интересно, что бы вы сделали на моем месте? А как бы вы бы улучшили бы эту машину? Давайте попробуем так. Я все этого Нила хочу подбить. Если мы возьмем это, поставим на нее отбойник. По идее, он должен упасть. Так, так. И его надо будет чем-то добивать. Давайте вот так лазер поставим. Посмотрим, что у меня из этого получится. Ой, да он меня, наверное, сейчас лазером бомбанет. Да, глупо. Вообще глупо было сейчас сделано. Надо было хоть какие-то колеса влепить. Ой, ядрить его на корень, а. Ну как так? Давайте поставим, я не знаю, какие-нибудь не слишком большие, ну, наверное, не слишком маленькие, чтобы ехали вот-вот, буквально на пределе, так скажем. Ну, вроде бы вот это будет, наверное, нормально, я считаю. Так, давайте посмотрим. Чтобы у него передок был как можно ниже, чтобы он под него подкопал. Ну и, соответственно, бомбили мы его. Давайте попробуем. Хотя, ребята, там циркулярка. Он меня все равно достанет, даже если он упадет.
Нет, ну не хватает мощей и все здесь, а. Ну не хватает мне его разбомбить. Вот пол хп только сношу и все. Как камень преткновения какой-то. Блин. Ну а с Ермасом у нас что? Да, с Ермасом тут все понятно. Причем, смотрите, ребята, да? Он постоянно встает на колеса. У него маленькие эти колесики. И он на них почему-то постоянно что нет, не падает даже, как моя машина. А едет. Хм. Ладно, давайте попробуем с этой машинкой что-нибудь придумать. Давайте сюда отбойник влепим. Так, я не знаю, ракетницу может поставить. Колесики-то в любом случае надо влепить. Здесь посадка очень высокая, поэтому нам нужно только на хп, да, буквально влепить. Отлично. И теперь какой-то вид оружия влепить остается. Так, это для валуна, блин. 25%. А из ракетниц у меня есть что-нибудь такое более-менее серьезное? Вот это. Ну что ж, давайте хотя бы попробуем так теперь. Как говорится, все способы хороши. Надо просто найти. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, буквально немножко, немножко не хватило, чтобы он туда перелетел и взорвался. Черт, блин, тут еще один появился. И еще один пильщик. Ну, ну! Отлично. Звезду, как... Ой, звезду. Медальку, как говорится, мы получили с вами на халяву. И я опять на втором месте. В принципе, я на нем и был. Так. Вот, видите, чуть-чуть не хватает, чтобы он улетел. Что же можно с этим сделать, а, ребята? Есть у меня одна догадочка, но я думаю, что навряд ли она прокатит. Чтобы он именно туда улетел. В закрома, так скажем. Так, ну что же. Будем пробовать все виды, ребята. Все виды, все способы. Вот эти вот пирамиды, мне, по идее, они не нужны вообще. Я ими не пользуюсь. И, честно говоря, пользоваться как-то не собираюсь. Продавать мне тоже жалко. Так, это что я сделаю? Это я откачусь назад. Ну, если это прокатит, это будет хороший плюс. Блин, хрен там. Все равно он едет за мной и добивает меня. Паршивец он все-таки, а. Бьет меня маленького котика даже без стыда и совести. Ладно, мы будем что-то опять с вами думать, придумывать. Отлично, я уже как 20 минут думаю, что бы сделать. Так, давайте поставим тогда эту. Я не знаю, чем эту нашу, как сказать, машинку укрепить, усилить. Какими видами оружия? Ковши. Ну, ковш здесь не актуален. Это в любом случае, ребята, потому что он прыгает. Так, с колесами вообще у нас беда полная. Это для классики. Это для валуна. Ставим тогда этот. Ну и давайте, наверное, тогда... Фиг его знает. Ракетница, где у меня там? Где мощная ракетница? Я не могу понять. Куда она опять подевалась? Я не помню, я ее что, куда-то дел? Ну, давайте тогда так. 50 еще в плюсе. Монет не хватает? Блин, придется теперь что-то продавать. Давайте так, наверное, влепим. Ага, вот моя ракетница. Давайте ее сюда поставим. И вот так. Фух, была не была проверка на прочность, ребята. Что у нас получится? Отлично. Да ничего не отлично, ребята. Не отлично. Да. У него жизни, ребята, в два раза больше, чем у меня. В два раза. Как мне дотянуть вот именно этот уровень по хпшкам, я не понимаю. Это мне нужно такую атаку делать. В общем, это мой старый вариант, ребята, насколько вы помните. Называется он перевертыш. Ну, не прокатит с ним. Наверняка. Так, колеса все вроде бы на мази. Так, это 1110, мало, это слабенькие. Ну вот это более-менее еще... Блин! Нет, ставь обратно.
Да и корпус какой-то ничтожный. 7000 всего. Да. Давайте так. Не прибавляет нифига. Даже не усилить. Ну а так, ребята, было бы неплохо, если бы я усилил ракетницу, да. Ну и лазер еще немножко. Тогда, возможно, мы бы его разбомбили. Мне нужно, грубо говоря, в два раза увеличить урон, чтобы его как-то победить. Ладно, продаем весь этот хлам. Он нам все равно не нужен. Так, эти ракетницы, лазеры. Лазер, лазер, лазер продали. Ладно, один. Теперь что у нас по колесам? Да, столько звезд и такое слабенькое, а. Ну, в принципе, с желтыми самое оптимальное сейчас в данный момент что-то усиливать. Ковш этот не нужен мне. И этот, о, соточку дает. Ну, в общем так, ребят, давайте попробуем этой машиной. Что мне из этого получится, сейчас мы увидим. Поехали. Мой любимый перевертыш. Нет, 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 еще раз нет. Не идет, не катит. Не понял, какая Вега на первом месте оказалась здесь, а? С какого это перепуга, блин, тут еще Вега взялась. Ё-моё, блин. Не было печали. Кто не мог Нила этого победить, теперь Вега образовалась. Ух ты, у меня ящик от спонсоров появился. И что ж тут хорошего? Ничего, ровным счетом. Блин. Обидно, плохо. Надо... Мне бы вот дали бы на атаку сундучок. Вот это было бы хорошо. А так, это все ерунда. В общем, давайте делать так. Все, как говорится, мы вливаем потихонечку. И сейчас я все-таки надеру. Надеру я ему задницу, я больше чем уверен. Этому ермасу. Да, мне приходится тратить все алмазики. Но это все ради того, чтобы как-то себя усилить по хпшкам, ребята. Так, что у нас тут получается в общей сложности? 6386. Блин, маловато. Как ни крути, все равно мало. Ладно, сейчас мы еще поставим колеса. Так. Итак, итого у меня сколько? 18,5. И турбина. Так, почти, почти приблизился, ребята, но все равно мало. О, это вообще слабенькое. Так, ну, почти 20 тысяч, грубо говоря, хп у меня, да, у него 23. Так, давайте еще вот так вот сделаем. Мы, как говорится, на последние деньги, на последние кристаллы полностью апаемся. Так, продаем. Это тоже продай. Да, 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 да. Мне нужны сейчас деньги. 41 тысяча, да? Так, отбойники. И у меня их все равно, как видите, куча целая. И что мы можем еще, ребята, сюда влить? В мою машиночку, так скажем. Все в машину. Вот, еще соточку. Так, ну что, уже 20 тысяч. Это уже хорошо. Подожди-ка, что-то не то делаю. Вот так. И еще полтинчик. И еще полтинчик. Короче, еще соточку мы накинули. Так, 20 тысяч. Блин, маловато, маловато. И кристаллов. Нет у меня кристаллов, к сожалению. Блин, мне нужно первое место, ребята. Придется продавать корпуса. Ну, а что поделаешь? Деньги нужны, будешь все продавать. Так, тем более, как я вам говорил, слишком много их у меня. О, так, это было бы неплохо, если бы я сейчас влил. Но он может нам пригодиться. Так. Все, как говорится, все в турбину. Все у меня пойдет в турбину. Еще полтинничек. Ну что же, давайте попробуем, наверное, что из этого получится. Где он тут у меня? Ермас этот. Да, Ермас. Так. Елки. Не-не-не-не-не-не, стой на месте. Куда ты качешься? Да что ж ты будешь делать? Остановись. Разбери его, стена. Плиз, плиз, разбери. Он подкатывает ко мне по чуть-чуть. Ну! Ну!
Есть! Есть, ребята! Все-таки я добился того, чего хотел. Я Ермаса этого ликвидировал. А тут еще что за дердуды? Нам такие не нужны здесь конкуренты. Иди сюда. Так вот. Так, ребята, а там у меня еще двое. Вега и Нил. Как вот там? Нил. Вот они, два паршивца-то тут устроились. Давайте попробуем с Нила. А-тя-тя-тя-тя. Нет, он слишком крепок. 30-40 тысяч хп. У него в два раза жизни больше, чем у меня. Ну, давайте попробуем Вегу. А, ну-ка, 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 ну-ка. Нет, не хватает. Не хватает буквально, ребята, на один оборот диска. А так бы, да, так бы я его забомбил. Черт подери, что же можно здесь придумать, а? Смотрите, врезаемся одинаково. И мне не хватает буквально полоборота, чтобы моя вторая пила по нему прошла. Тогда бы он ликвидирован был бы. Ладно. У нас все пляшет от чего, ребята? Много чего от колес зависит. Ну, здесь нам сделать нечего. Так, турбины. Отбойник поставить. Если он прыгнет на меня, предположим даже, да? Если он даже отлетит. Ну, в общем, давайте глянем. Так. Паршиво. Паршиво это все было. Выглядело по-дурацки, если честно. Так, тогда надо что-то другое делать. Отбойник не прокатывает. Значит, давайте возьмем турбину. С отскоком назад. Он, конечно же, подпрыгнет ко мне. Я отскочу назад. По-моему, тоже по-дурацки все это сейчас будет выглядеть. Давайте глянем. Так. Ну вот не хватает и все. Ну вот хоть ты тут тресни. Ну, а Нила... Ну, с Нилом, наверное, та же самая петрушка. Что я тут буду выплясывать возле него? Можно было бы, конечно, ребята, сделать такой вариант, что я перепрыгну через него и буду его сзади бомбить. Но у него пила, она по кругу ходит. То бишь, задевает и спереди, и сзади. Сзади к нему никак не подкрасться. Вот в чем проблема-то вся. Блин, неужели мне придется с этим совсем смириться, а? Ну, не может этого быть. В общем, давайте я делаю так. Я меняю колеса полностью. Так, это минус не подходит. Все это не то. Давайте, наверное, вот это желтенькое. Нет, может, большое лучше. Ага, вот это будет получше. Так, это получается у нас сила удара будет намного сильнее. Так, ладно. Давайте турбину поменяем. Если мы даже полетим, мы должны как-то будет его сбить, по идее. Если мы его собьем, это уже 50% успеха. Это колесо и неохота менять. Оно такое довольно сильное. Так. И, наверное, еще вливать придется, ребята. Так, шикарно. Давайте. Блин, да не хватает, как всегда, чего-то. Вечно. Так, еще... Блин. Нету. Ладно. Ёлки-палки, я уже на третьем месте. Это кто там? Что там за жук? Раз 97, а? Ну иди сюда. Вот так вот тебе. По хребту, как говорится. Так, а вот... Опа-на, ребята, вы смотрите, что получилось-то, а? Вы смотрите, что вышло. Вега, пока. У-ху, все. Вот это фартануло, ребята. Так, а этого-то... Нет, этого мы не смогли с вами победить. Ладно. Этого мы должны разбомбить. Нет? Отлично. Нека отдыхает. Хиспано какой-то. Да давай ты быстрее двигайся, Хиспано. Сейчас стенки уже, блин. Нет, ну дуралей, а. Нет, я все-таки успел. Буквально чуть-чуть там не хватало мне. А это наш старый друг Тап, который меня разбомбил. Лоло. Пока. Golden Max. Ну, этих, в принципе, можно было бы даже, ребята, и не смотреть, как с ними я дерусь. Мне главное, надо было этого Вегу бомбануть. Ну и раз 97, потому что он занял с какого-то перепуга место. Но он уже все отдыхает. И, по идее, ребята, моя суть была получить первое место. Я должен был его получить.
Надеюсь, сейчас все так и будет. Мы с вами глянем по завершению вот этого вот матча. Ёбы. Ну, название, пипец. Так, иди давай сюда, подъезжай быстрее. Ну, что ты там тупишь? Блин, все равно здесь неудачно, конечно, получилось. Встал, он встал, смотрите, смотрите. И как он лихо там начал, но, к сожалению, он помер. А вот и Ермас, которого я недавно победил. Но здесь он меня почему-то вздрючил. Потому что у меня не те, ребята, колеса. Ох! Видите, для кого-то хорошо идет, для кого-то плохо. Две медальки я получаю. Итого, ребята, я получаю первое место. Свое заслуженное первое место. В принципе, это мне и нужно было. Да, я не спорю, здесь остался один враг, Нил, которого я пока не могу победить. Но это, как обычно, пока найдется... Ребята, и к нему тактика, но это уже будет позже. Ну что ж, дорогие мои, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все, всем пока, удачи и до новых, ребята, встреч.